Привет, ребзя! Это прямое продолжение предыдущего ролика, где мы кропнутую фотографию адаптивили в режиме фила без непропорционального искажения. Там все прекрасно с пропорциями, но появляются вопросы по качеству. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комменты и сейчас все разрулим. Для начала давайте разберемся, откуда ноги растут. В адаптивах такое случается, что контент стоял в две колонки, а в следующем разрешении надо оставить только один столбик. История стандартная. С зажатым альтом делаем копию, ставим контейнер по сетке, уменьшаем его ширину и понимаем, действительно, оставлять в две колонки эту начинку нельзя. Из текста получилось некрасивое стихотворение под изображением огромная дырка, гораздо удачнее все это дело расположить просто в один столбик, конечно же. А теперь кидаем взор на размер изображения. Очевидно, что оно стало больше, никто с этим не спорит. А значит, изначально здесь в изображении фотография должна быть побольше, у которой пикселей с запасом ее просто уменьшили до нужного размера. А потом в следующем разрешении, после того, как ее увеличили, после того, как фотография расфилится до нужной ширины, вот этого запаса по пикселям хватит, чтобы при увеличении фотографии она не стала мыльной, чтобы в качестве не потеряла на смартфонах. Логично. Хорошо звучит. А значит, после того, как изначальную фотку кропнули, помните, в предыдущем ролике с зажатым Ctrl уменьшали границу, оставляли только подходящие пиксели. Так вот, чтобы потом в адаптивах избавиться от непропорционального размогдачивания персонажей, надо было эту фотографию скопировать и вставить заново но скопировать с зажатым shift-Ctrl-Shift-C. Копируем и вставляем. Прилетает точно такая фотография. Она уже в режиме фила, а не непропорционального кропа. И в адаптивах с пропорциями изображения все окейушки, не придется рекламировать. Макдачную. Но пиксели-то собирают чемоданы, ведь фотография приближается, увеличивается, а значит пиксели растягиваются и качество естественно выходит из чата. Беда. А теперь следите за руками. В исходном изображении оставляю нужный сюжет, нажимаю все те же Ctrl-Shift-C, но нажимаю нежно, и нажимаю Ctrl-V, и прилетает фотография в два раза больше, с запасом по пикселям. Магия. А еще вот так умею. С зажатым ctrl оставляем нужный сюжет в исходное изображение. Хотите даже сбоку обрежем, нажимаем все те же Ctrl-Shift-C, но нажимаем нежно, еще нежнее, сразу Ctrl-V, и прилетает фотка в 4 раза больше. Чем нежнее нажимаете, тем больше фотка будет. Это же работает и в обратную сторону. Ну-ка отойди, где исходник. Забрали нужный сюжет, нажали Ctrl-Shift-C, те самые три кнопки, но в этот раз нажали грубо. И через Ctrl-V прилетает малюсенькая фотка, в два раза меньше. Не грубите, фотографии не нравится. Вот смотрите, там в буфере лежит эта маленькая фотка. В большую фотку вставляем маленькую. Смотрите, насколько хуже стало качество. Все зависит от того, как нежно вы нажимаете на кнопки. Да нет, ребзя, все супер изи. Убираем все лишнее, оставляем исходник. Это вот это, да. Смотрите, у изображения в панели экспорта изначально стоит 1x, а значит, когда мы экспортируем, получаем точно такого же размера изображения. А когда нажимаем Ctrl-Shift-C, мы по сути экспортируем изображение и потом его вставляем. Значит, если стоит 1, нажимаем Ctrl-Shift-V, прилетает такая же фотография. Если у изображения вместо единицы поставить, например, 0.5 и потом через Ctrl-Shift-C скопировать, то Ctrl-V привезет фотку в два раза меньше. Что просили, то и получили. А если выставить запасом, например, X4 и нажать все те же Ctrl-Shift-C, главное снизу дождаться надписи, что фотка скопирована как PNG, то через Ctrl-V прилетит она в огромном размере. С вас огромный лайк. А знаете в чем прикол? Это все даже делать не надо. Можно про это просто знать, но это не пригодится. Не надо каждый раз перед тем, как нажимать Ctrl-Shift-C и потом вставлять что-то где-то выставлять, потому что по умолчанию всегда копируется и вставляется с запасом в X2. Ну-ка, где мой пустой аккаунт? Я же, кстати, начал новый курс записывать, а то вдруг вы телеграммом не пользуетесь, инстаграмом не открываете. А, наоборот. И не в курсе, что я начал обновлять бесплатный, подробный и не скучный курс по фигме. На бусте уже лежит два ролика, ссылка есть снизу в описании роликов. В понедельник или вторник, наверное, уже третий привезут, как и все остальные ролики на канале. Кстати, прикольно, что кроме вот этого, который сейчас записываю, сначала все появляется на бусте, а через месяц или два в общем доступе. А этот ролик мимо бусти, потому что это прямое продолжение предыдущего ролика, который уже лежит на канале. Чтобы они стояли друг за другом, посмотрев один, сразу посмотрел второй, чтобы между ними не было каких-то других роликов, потому что тема это прям прямое продолжение. Вот смотрите, я сейчас это протещу даже на бесплатном пустом аккаунте. А то вдруг вы думаете, это скрытая функция платного аккаунта, у тебя платный, поэтому у тебя все хорошо, а мы на бесплатном не можем. Вот смотрите, создаем новый файл и вставляем какую-нибудь картинку. Пойдем в Google. Забираем фотку и вставляем фигму. Привезли 800 пикселей. Ничего не настраивал, в экспорт даже не залазил. Ctrl-Shift-C, Ctrl-V. Прилетает фотка в два раза больше. Я вам поэтому в предыдущем ролике про это и не рассказывал, потому что нет нужды залазить в экспорт и что-то там настраивать перед тем, как скопировать фотку и потом ее вставить. А в адаптивах не приходится при увеличении изображения из одного макета в другом делать это больше, чем в два раза. Ну нет такой нужды, всегда этих пикселей хватает. Но если вдруг вы там психанули в дизайне и вам нужно раздраконить фотографию в 3 в 4 раза больше, заходите в экспорт, ставите x3 x4 и вам привозят фотку в 3 в 4 раза лучше, уже кропнутую, но в режиме фила. Странные дела, Ребзя, получается, это очень полезный ролик про очень бесполезную функцию, которая, скорее всего, вам даже и не пригодится. Но знать про нее надо. А вдруг психанете? Поэтому поддержите, вам не жалко, а мне сами знаете приятно, и тем более, кто вам про такое еще расскажет. Отсыпьте жменьку своей активности. Спасибо каждому, кто пишет комменты. Скоро увидимся, услышимся. Филхук. В адаптивах такое случается, что контент стоял. в две, стол... в две столбика. Научились сюда вставлять обк... от, об, обкропленную, откропленную, от обкро... А потом, после того, как ее увеличили... Некрасивая стрелка. В понедельник или в среду привезут новый ролик. А вторник кто спер? Нажимаете кнопки нежно. Не надо стесняться. Как самка сама своих усиков. Не стесняйтесь.